Пункт приема отработавшего электронного и электрического оборудования вновь открылся на Олимпийском 42. Избавиться от электрохлама можно ежедневно с 9 часов утра до 9 часов вечера. Пункт работает всего несколько дней, но бак, установленный при входе в здание НИИ Центра экологической промышленной политики, не пустует. И это понятно. В свое время идея стала прорывом в сфере раздельного сбора мусора. В 2018 году в других муниципалитетах Московской области только говорили о том, что такое отношение к отходам должно быть нормой. И этот пункт является показательным и примером для всех других муниципалитетов. Он появился в 2018 году, когда еще не было проекта «Мегабак», и люди действительно не знали, куда сдать технику. Закрыт он был временно, по независящим от администрации фактам, но мы очень рады, что вновь он на своем месте и готов принять жителей. К сожалению, бак для сбора одежды и ветоши не вернется на прежнее место. Однако, напомню, сегодня реализована еще одна эко-идея – «Мегабак». 8-кубовые контейнеры для утилизации не только тряпья и электрохлама, но и пластика, стекла, бумаги, дерева расположены по адресу улица Коминтерна, 25. Кроме того, в деревне Бородино работает пункт приема отслуживших электроприборов. Городскому округу Мытищи, будем так говорить, повезло, потому что фонд, который курирует областную экологическую программу по утилизации техники и электроники, сам фонд располагается в деревне Бородино на территории городского округа Мытищи. И при этом фонде также есть контейнеры, куда любой желающий может приехать и сдать технику. Также на территории городского округа Мытищи реализуются такие программы, как «Сдай макулатуру, спаси дерево», «Школа утилизации электроника». Дважды в год все желающие могут приносить ненужную бумагу и электроприборы в установленные места. Более того, пожилым людям вывести перерабатываемые отходы в эти дни помогают волонтеры. К слову, за это по результатам 2020 года мытищинцы названы самыми креативными участниками программы «Школа утилизации электроника». Надежда Звягинцева, Олег Степанов, Первый Мытищинский.